В зале искусств Южноуральского государственного университета открылась выставка «Поэзия цветовых форм на шелке». Наталья Парфентьева, являющаяся одной из организаторов мероприятия, поделилась с нами своими впечатлениями. Выставка, как вы видите, очень лиричная, поэтичная, и она представляет необыкновенно сложную технику, технику батика, то есть роспись, авторская роспись большого художника по шелку. Это так сложно, это так трепетно, это так редко. И здесь мы видим просто высший пилотаж вот этой техники, потому что мастер необыкновенный, конечно. Работы созданы членом Союза художников России, руководителем коллективов «Уфимский батик» и «Южноуральский батик» Ольгой Зазулей и ее подопечными. Посетители смогли наблюдать за цветами, рыбами и птицами, предстающими перед ними на струящейся ткани. Сама выставка называется «Поэзия цветовых форм на шелке». То есть основные сюжеты моего творчества – это цветы и птицы. Эта выставка вот открывается в канун 8 марта. И это мой подарок для всех женщин Юргу. На выставке было много людей. Большинство из них обучаются или работают в Юргу. Например, студентка Ксения Шурмалиева рассказала о своих эмоциях. Эта выставка мне очень понравилась, импонирует тем, что представлены такие как бы, работы, с которыми не часто сталкиваются художники. Роспись по ткани, особенно батик, это вот одна из самых сложных техник, которой вот лично я восхищаюсь. И вообще очень такие яркие. Посетители признались, что работы Ольги долго обсуждались. Вы также можете увидеть выставку художницы в зале искусств Юргу.